От всесоюзной ударной стройки до выпуска первого в мире синтетического каучука, а затем до звания крупнейшего экспортера страны. Эту часть истории Тольятти писали химики. Краеведческий музей открыл выставку «Тольятти каучук. Страницы истории». Посвящена экспозиция 60-летию предприятия. Почему город может считать выставку хорошим подарком и какие презенты еще готовит компания, расскажет моя коллега Ия Гречман. На черно-белых фотографиях мгновения остановились. Запуск четвертой очереди предприятия, трудовой рапорт коллектива, а вот уже и первая автоматизированная система управления. Рекламные буклеты 70-х и просто девчата. Те, что дали стране первый в мире изопреновый каучук, который из-за превосходной клейкости, прочности стал основой шин, обуви и игрушек. Люди посмотрят, я надеюсь, кто-то там вспомнит с радостью, кто-то, может быть, чуть с грустью, что были такие времена. Завод строился, завод развивался, и я очень надеюсь, что они найдут и связь между прошлым и настоящим. Настоящие уже на цветных фото. Развивается производство, запускаются новые очистные сооружения, а девчата помогают городу восстанавливать лес. Чтобы наглядно и емко рассказать большую историю большой компании, сотрудники музея оцифровали сотни документов из фондов музея и архивов предприятия. История нашего города вообще невозможна без истории вашего предприятия. Как правильно сказал Юрий Витальевич, Тольятти каучук – это мировой бренд. Это визитная карточка нашего города на очень высоком уровне. Это предприятие, которое реально социально ориентировано на наш город. На открытие выставки приехали представители администрации, благотворительных и общественных организаций, ветераны Куйбышев гидростроя и сотрудники предприятия. Тольятти каучук связан со знаковыми и счастливыми событиями для многих в городе. Ну, для меня предприятие – это все. Это как, не знаю, я всем говорю, я вот бывало так придешь, вот я рассказываю каждый уголок, каждое это, ну все, это дружная семья, дружный коллектив, это большая команда. Сейчас на Тольятти каучуке работают 2300 человек, а с учетом сотрудников подрядных организаций почти 5000. Предприятие входит в топ-100 лучших в России. Тольятти каучук сегодня – это более 200 тысяч тонн каучука в год, это более 150 тысяч тонн бензиновых добавок, бензиновых компонентов. А кроме того, Тольятти каучук – это посадка леса, это спортивные соревнования, это создание мест в городском ландшафте, мест для, наверное, там уютного, удобного пребывания людей. Свой 60-летний юбилей Тольятти каучук подарит праздник всему городу. Будут открыты показы спектаклей, концерты оркестра филармонии и спортивные игры. До 31 августа в музее можно будет пройти квест по истории предприятия. Ждет тольяттинцев и выставка. Чтобы увидеть страницы славной истории Тольятти, достаточно прийти в краеведческий музей. Вход свободный. Ия Гречман, Андрей Комиссаров, новости Тольятти.